Юные леди, не опаздываем. Что-то объясняет. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Так-так. А вот и наша лохушка Ксюша. Тупые дети. Наша малышка Ксюша упала. Вообще он меня бесит. Ник, пожалуйста, не трогай меня. Я сделаю все, что ты захочешь, только, пожалуйста, не бей. Прости, малыш, но я так хочу. Видно, сегодня не твой день. Как ты такой тупой до этого дня дожил? Осуждаем этот момент. Мы это не приветствуем, мы это осуждаем. Ксюша, мяч! Смеется. Я правым глазом не вижу. Вставай, ты походу на один глаз ослепла. Тупое говно! Тупого говна! Мне хочется плакать. Из-за тебя нас к директору вызвали. Ксения, Ник, что за поведение? Мне все равно. Что это за отношение к директору школы? Вон из кабинета. Погодите, что? Этот дебил матюкнулся при директоре, а она ему ничего не сделает? Просто отпустит, серьезно? А что, так можно было, что ли? Скучно. Ваш цвет... Эррор. Произошел троллинг. Врушка, не ври, ты не Элис. Заткнись. Она не Элис, и я это докажу. Вашему вниманию представлен великий Шерлок Холмс. Элис, прости, пожалуйста, я сначала вообще не понял. Конечно, я тебя прощаю. Просто все законы физики, все законы природы, все законы здравого смысла посланы нахуй. Эй, Ник, ты чего? Soulmate никак найти не можешь. Ты обязательно найдешь. Ну не расстраивайся. Пойдем погуляем, я тебя развеселю. Ксюша его развеселила, а потом со временем ребята начали хорошо дружить. Действительно. У этого бездушного подростка поднялась рука на беззащитную девочку. Из-за него она могла потерять свой глаз. Этот малолетний дебил не уважает никого и ничего. Но, конечно, стоит ему состроить грустную мордочку, он тоже становится хорошим, и с ним надо подружиться. Почему нет? Ваш цвет мятный. Ты мне нравишься, и я пойму. Конечно, кто же будет с хулиганом встречаться? Вот сучонок, знает же, что дело не в этом. У тебя хватило смелости поднять руку на ребенка, который не может за себя постоять. Ни одна уважающая себя девушка никогда не будет встречаться с таким. Ну, ты тоже мне симпатичен, если честно. И я буду любить тебя таким, какой ты есть. Что это, блядь, вообще такое? Спустя 2 года. Если вдруг кто не знал, им сейчас 15 лет. Ваш soulmate изменил вам. Милая, это не то, что ты подумала. Ксюш, ну не плачь, пожалуйста. Так, этого молодого человека мы полностью осуждаем за поступки в начале и поступки в конце. Осуждаем? Но не то, чтобы я его просто осуждала. Ты кто? Ксюша, ты чего? Свою сестру не узнаешь, я в шоке. Кажется, одна из вас приемная. Ксюша, зачем? Прости меня, пожалуйста. Я тебя прощаю. Я же знаю, что ты не хотел. И хотел ударить мою сестру. Да, ну если сестру, то да, то все нормально. Я не выдерживаю! Естественно, они поженились. У них есть дети, но вот что я скажу. Семейная жизнь будет ужасная. Этот моральный урод, скорее всего, начнет пить, бить жену и детей, а главная героиня будет все ему прощать. Потому что она слабовольная дурочка, которая не различает, где добро, а где зло. Вот такой вот хэппи-энд. Вам нравится? Лично я в ужасе. Ам-а-а.